Привет всем, друзья, с вами вновь я, Ник Тигер, и мы продолжаем проходить обсервер. В прошлый раз мы сваливали от какого-то циклопа одноглазого непонятного, какой-то киберциклоп. В этот раз попробуем все-таки его до конца пройти, потому что это, сами понимаете, не дело. Так, где-то он, где-то там ходит. Ага, вон он. Благо, укрытие есть. И где он? Ага. Так, мне кажется, нужно просто изучить. Потому что, как я понял, убегать от него бесполезно. Пустая трата времени, потому что он все равно догонит. Ходит. Что за фигня, там нет прохода. Что-то ходит, крушит, громит. Может быть. Помните, мы когда разговаривали с соседями? Тихо. Когда мы разговаривали с соседями, кто-то упомянул, что были шаги и был как будто бы звериный рык. Просто сома какая-то началась. Так. Тихо. Где ты ходишь? Там ты ходишь, да? Так, пройдем сюда. Есть. Прорвались. Но лишь бы только он снова не появился. Терминалы? По этим терминалам идут данные. Так, давайте посмотрим. Попробуем загрузить. Короче говоря, мне кажется, история такова, что она похитила какие-то данные. Ой, шкин, вот опять ты. Как ты мне надоел. Там еще есть второй терминал. Надо бы к нему по-хорошему тоже бы пробраться. Куда он ушел? Где он? Вон он шарится, ну-ка. Ну-ка, сейчас аккуратненько. Изящно. Вон еще третий терминал. Ёшкин кот. Да, зря мы сюда пошли. Это какой-то страж данных получается. Так, не ходи давай сюда. Сейчас мы пройдем это, конечно. Рядом. Так, уходи, чувак, уходи. Шарится вокруг этих терминалов постоянно. Так, все, вали. Так. Смотрим, посидим немножко. Отсидимся. Не понял. Он пропал. Исчез. Ну и здорово. В портал сейчас пойдем. Так, куда нас перебросило в киберпространстве? Так, здесь у нас нет ничего, только один телевизор. Ага. О, и ты змей. Здесь уже. Так, он полез вниз. Что если мы попробуем пройти наверх? А закрыто, нифига. Чё такое? Карта. Барбара Миклас. Или Миклас. Тоже аугментированы все. Один глаз такой, другой такой.
Сзади у них ничего нет. Что эти карточки мне дают? Если честно, я понять не могу. Ну да ладно. Так, пробуем пробраться. Чё у нас тут? Голуби всякие. Мужики какие-то белые. Так. Кабели, по которым данные идут. Вот, вот ты где, змей. Чё? Туда я пройти не смогу. Зато могу закрыть воду. И? Открывается? Нет. Мне кажется, вот этот чувак существует в реальности тоже. Потому что... как бы сосед слышал звериный рык, допустим. Зрение не работает. Как бы чувак слышал звериный рык, не слышал бы дыхание зверя, который охотится. Правильно? Да кто тут? Ёшкин кот, какое омерзительное зрелище. Ну, пробуем. Все закрыто. Какой ужас. Да тут пройти-то невозможно. Может, все-таки выйти получится? Нет. Блин, что делать? Они ведь доберутся. Я слив открыл как ванне, что ли? Слив открыл как ванне и всех тараканчиков смыло. Да хватит уже орать. Что ты сам с телевизором надо что-то сделать? Чувак, чувак, перестань орать. Перестань орать. Замолчи. А, фонарик. Да. Да, такого рода... Вы знаете? Знаете, друзья, такого рода монстры всякие. С детским плачем ПТ там и так далее. Это просто какой-то Evil Within первая часть, похоже. Это прям какой-то киберпанк хоррор. Все? Теперь можно выйти? Можно. Что такое? А ну-ка замолкни. Чё это? Шкаф открыли.
ничего нет. Блин, не прикалывает меня в полутьме ходить, если честно. Так вот. Ну и заодно... Вот, вроде бы виднее стало. Закрываешь, он затыкается. Почему я не додумался сразу так сделать? Смотрим. Зачем я тебя так схватил, что ты так ржешь? Ну ладно. Кто там держит, О, доржался. Что ж, кашлять начал. Так. Ха-ха. Закрывайся на здоровье. Так, блин. Бегать с ним нельзя, вот что плохо. С этим телевизором. Все закрыто. Перестань орать. Что теперь? Все равно не открывается. Ёшкин кот. А это? И это? Ну блин. Не оставляй меня. Да молчи ты. Дуралей. Сейчас посмотрим. Смешно тебе, дураку. О, ты мне даже освещаешь? Ну, спасибо тебе. Спасибо тебе, конечно, дорогой. Но... Иди сюда.
Да, я думал, все-таки у нее видение. Не видение, а то, что творится в ее мозгах, будет менее шизоидным, чем у Амира, например. Но... Я ошибался. Ага. Ржешь все, ржешь. Че это такое? А можно как-то камеру из строя вывести, а? Да перестань ты орать. Дурачок. Будь здесь. Все, пошли. Так. Эй, чё с тобой? Пойдем. Ты чё, помер, что ли, дурак? Ай. Плохо. Очень плохо. Но, видимо, иначе никак нельзя было. Да. Ты слышишь это? Может... А куда она ведет? Ну-ка. Глаза. Много глаз. И передачу данных я сделал. Открыл. О! Ты снова жив. Пойдем, пойдем, поможешь мне. У себя у меня не получается. Looks like we got all of it. Вот. So, what is all of this stuff exactly? It's probably best if you don't know. Exactly. Да. It's not как Джонни Мнемоник. Nasty, is it? Like a virus or some вирусы, секретное оружие. No. Nothing like that. А у нее в голове лекарство, да, what от этого вируса. I mean, what could possibly be worth the risk? The future. Так. От них что надо будет теперь валить? Змей. И ты здесь. Че это такое? Не понял. На свет нельзя показываться или что? Act normal. He said it's undetectable. Ну давай вести себя как обычно, давай. Как обычно это напрямую ломануться к вот этому лучу света. Правильно? Правильно. Думаю, что никто меня не спалит. Надеюсь, по крайней мере. It's gonna be fine. It's gonna be fine. Ой! Спали. Все-таки спалили. То что ты будешь делать? А, у меня чувствительность даже высокая.
попробуем. Вечно непонятный такой стелс, от кого-то убегать. Что-то где-то непонятное. Так, ладно, в обход полетел, пофигу. Пошли вон. Нет, он все-таки не надо. Надо же, какие сволочи. Да надоели вы все. Короче, нафиг буду оббегать. Он прямо на меня летит. Сволочи. Что же вы делаете? Ай-яй-яй. Нехорошо. Летающая ублюдская тебля. Сволочи проклятые. Вот и эти еще тут. О, так в траве меня еще и не видать. Надо же. Достали, блин. Не вертолет, это хрен поймешь, что вообще. Да, иду. Ничего не вижу. Что за... это не совсем интересно, потому что у них движения абсолютно рандомные, насколько я вижу. Разбрелись, блин, запарили меня, сволочи. То есть в траве он обнаруживает, если прямо под ним, допустим.
сволочи, а? Какие? Может, на них там есть уровень шума, который я... воспроизвожу. Стали вы меня не подходили к тебе. Чтобы вас всех нахрен. Можно в траве прятаться. Эй! Трава какая-то странная. Стебли с липкой лентой. Наконец-то. Неужели? I don't think I can do this anymore. I think they're on to me. You're being paranoid. No one's on to you. You don't get it. Every time I go in there, it's like they're all watching. Yesterday, this executive creep gave me this look, like I could just tell he knew. Да у начальников у всех, по-моему, такая манера, они смотрят, как будто бы все про тебя знают. Maybe they're just messing with their heads. And what purpose would that serve? I don't know. To get their fucking sadistic load off. That's not how they operate. Trust me. I was with the corporation long enough. И что теперь? Опять этот циклоп сейчас вылезет. Или тут лабиринт? Камеры палят. Походу. Еще все стеклянное. Камеры все видят. Мне надо попасть-то. Чё это? Это то, куда мне надо? Нет. Отсюда я пришел, что ли? Да, походу.
перестань меня палить. Блин, присядешь, не видно вообще ничего. Может быть, я правильно иду? Amir, is that you? Скример как по ушам-то вдарил. Так, смотрим. Да. Ну, игра, конечно, очень интересная. Чё уж тут. Может быть, она и шизоидная. Может быть, она действительно какая-то на прохождение тяжеловатое в том плане, что где-то пройти стелсом, где-то еще что, ну, по части графики, конечно, она просто великолепна. С этим уже, ну никак не поспорить. А где тут только что дверь была, я же ее видел. А вот она. Амир! Она что, в самый разгар? Ну да, она пришла, когда... Ну да, она пришла как-то это чудище. И монстр ее достал. Может быть, технологии морально устаревшие, там плюнка и так далее. Mixed with ink. Elevated hormone levels. Oh. Gaping wound in her neck. Looks like something you think you'd find here. Broken nails, bloody fingertips, clear signs of the struggle. Scratch marks on the floor. Looks like she was dragged back here.
общем, вот так вот. Увидели мы ее историю. Плохо кончившуюся. 3615. На клавиатуре не получается. 3615. Может быть, технологии морально устаревшие, но от этого они становятся не менее, как сказать, высокими, что ли. Ты кто? Рафат Басадж. Рафат Басадж. Проветри, чувак, тут я чувствую, пахнет. Но куда делся убийца в таком случае? Когда он успел уйти? A surgical chop shop. Just только этого не хватало. Looks like I'm right below the tattoo shop. Looks like I'm right below the tattoo shop. Low power. Ну, так надо генератор включить. Либо генератор, либо подключить его. Запитать. Что это? This place is a fucking slaughterhouse. Бойня. There is a guy waiting for you in 102. Fear not the passage, for no one can take from us that which has been given. Against Synchrazine collected. Все. Fear not the passage. Так. For no one can take from us that which has been given. Against all odds, I have succeeded in arranging a new workspace. Quite ingeniously, I managed to organize. Чтобы творческим адресом организовать его так, чтобы он смог заниматься еще одним своим хобби. Да ты просто мясник, чувак. Так вот он. Он все время был там. I've seen these before. Ripper 2. They use them to decrypt implant software. Понял, что за баг такой. Мышка появилась. Попробуем перезапуститься. Найти выход. А, вот, нормально. Восстановилось.
вот и выход. Bolted down. Can't get it open with my bare hands. Тогда... Может, вручную его прицепим? Хорошо, что он все-таки эту дверь-то не сломал, этот сумасшедший. А его, блин, нашему Рутгеру Хауэру даже ствол запрещают носить. Вот оно даже как. Выворотили. Отлично. Так, ну туда я не пойду, это однозначно. Из тату-салона будем выбираться. Ух ты, даже так. Где-то бродит. Не понял, теперь это что-то типа амнезии, что ли? Тут что-нибудь открывается вообще? Что происходит? Ты же вроде в реальности. Anyone in there? I just want to talk. Oh, hello there. I'm Maria. Hello, Maria. I'm Dan. Lovely name. Lovely. Now, is that Давай быстрее, дура, открывай! Like открывай, скалопендра вонючая. Yeah. Oh. Maybe. Открывай. Maria, I seem to have gotten lost down here. Could you point me to the nearest exit? Oh, yes, I understand completely. Completely. It really is a maze down here, don't you think? Нахрен. Yeah, very confusing. So, about the exit? All right. Go past the noisy noises, and then straight ahead up the stairs, and there you go. Thank you. Just be careful. Don't stray from the path. You are a child of light, Daniel. Much too precious to get lost in the dark. Yeah. Thanks, Maria. Мария, блин, еще назвалась, блин, дура какая-то вообще. Шизоидная. Непонятная. Тут и двери-то нет. Тут-то как закроешься, ядрен батон. Какой ужас просто. Это просто какой-то кошмар. Иди как мимо двери с, с ужасными криками. Ты... Надо было тебе со мной пройти. Вообще, блин. Тихо. Тихо, чё это? Чё это такое?
that's not possible right now. Your parents are very sick. It's a miracle you're not showing symptoms yourself. I'm gonna tell Daddy what you did. He'll show you. Так, ну-ка нахрен его. Закройся. Ну что, не закрывается, что ли? Нужно поскорее уехать из города. Неудивительно. Старик, не паникуй, подумай сам, если бы они тогда знали, где ты, зачем им было давать тебе фору, что если это ловушка, может, они пытаются выманить тебя, чтобы стапать снаружи. Ты спрашиваешь, что тебе делать? Оставайся, твою мать, там, где ты сейчас, заляг на дно. Джидж. Они нашли меня, они знают, что я здесь, я в этом уверен. Я нашел мертвую птицу у себя под дверью сегодня утром. Это их визитная карточка, таких совпадений не бывает. Я уже связался с одним человеком, который может вытащить меня отсюда. Он придет завтра, мне придется заплатить за это рукой и ногой. Но черт побери, у меня не остается другого выбора. Стервятники ничего не забывают, уж точно не прощают. Ари. Привет, получил твое сообщение. Назвать это срочным вызовом было бы преуменьшением, но думаю, этого достаточно. Бери свое барахло и встречаемся завтра утром возле здания на задней аллее, там, где старый отель. Приходи один, увижу кого-то еще, все отменяется. В 6 утра ровно. Не опаздывай, фанал. Документов нет. До сих пор огнем и мечом. Так, ладно. Херон. Incorporated. Кассетники. Сами кассеты. Чё тут? Тут больше ничего не... Сколько кассет раскидано? Дверь даже не закрывается, ядрен батон. Чувак, может, ты поможешь, пустишь? KPD, can I talk to you? What's up with the fucking lockdown? I want that thing lifted. Right the fuck now. Or what? You got a fucking death wish? Wait till I get my hands on you. Sebastian, shut your fucking mouth. I just put the fucking kid to sleep. Don't be fucking disrespecting me, woman! I'll slap that shit right out of your mouth! You got lucky, pig! Gotta love the fucking stags. Да какие отзывчивые, дружелюбные люди. Гостеприимные. Что немаловажно. Чё он там всё орёт, свирепствует? Тут у нас была Мария. Правильно? Правильно. Так, надо подумать, как же тогда выбраться? Мимо двери с этими ужасными криками. Отсюда я вылез. Так. Хорошо. Лабиринт. Просто лабиринт. Опять эта книжка. Книжка меня преследует. Так. Hey, what's cooking? Oh, sorry, man. Can't talk now. I got something on the stove, you know? Oh yeah. Подгорает. Жопа подгорает у тебя. And illegal. Oh shit. It's the pigs! Flush the shit now! Flush it! Ну вот. Пришли, навели шмон. Навели шмон. Шуганули всех нарколык.
все равно отлично. Это очень здорово. Может, тут? Нет. Да что ж ты будешь делать? Слышь? Я не могу найти выход. Открой мне. У тебя счетчик на двери висит. Электрический счетчик, он должен на стене висеть, а он у тебя на двери висит. Открой. Сволочь. Это там на говно исходит. Че ты орешь? Да кто это? Че-то я уже сомневаюсь, что это тот самый монстр, который нападал. Если честно. Что-то... Не могу я выход найти, вот честное слово. Не могу. Почему-то как-то... Вроде как обходил все. Ну, насколько можно было заметить. Закрыто. Да что такое? Надоел ты уже. Хрюкает и хрюкает. Ладно, пробуем сюда. Тут. О, открыто. Открыто. А вот это уже больше походит на обычный интерьер. Не, уж никак не киберпанковый. Что это? Водка? В банках? Непонятно. Ладно. Тут, я думаю, даже искать-то нечего. Хотя вот карточка есть. Прозимислав Чеплик. Ну ладно. JPD, need to ask you some questions. Hey, Pig. You killed anyone yet? No, but I'm tempted. That's the spirit. How about you? You sound like a real killer. Shit. Takes one to know one, you know what I'm saying? I did my time. I've been squeaky clean ever since. I heard that before. Say, man, you don't look like a regular cop. That thing on your... Oh, shit. You're a... Yeah. Hey, man. I'm sorry about what I said earlier. I didn't mean nothing by it, okay? I gotta go. Урод, открой! Не то я за вами, за всеми посмотрю. Поперенаблюдаю вас всех. Все закрыто, подвальные помещения, где-то даже люди живут. Тут мы уже были. Они все никак не успокоятся со своей дурью. Все варят, обварят. Какой ужас. Да. Просто какой-то кошмар. Но я, если честно, просто не вижу другого выхода, кроме как начать ходить заново, с самого начала, попробовать вот с той самого, с того самого места, вот как вот я вылез, вот отсюда. Ну вот. Мы сейчас пойдем сюда, посмотрим здесь. Короче, заново будем стучаться в каждые двери. Всех, кто здесь жил, мы уже, в принципе, опросили. Но никто не может подсказать, где может быть выход. Вот это вот скалопендра гремучая. Непонятная. Мимо к двери, где слышны дикие вопли. А где эта дверь? Потому что это просто что-то невозможно. Да?
я мог профукать? Простой такой. Блин, я не пойду туда нахрен. Нахрен там этот козел ходит. Я туда просто тупо не пойду. Тихо, спокойно, спокойно. Спокойно, там свиньи что ли? Там свиней что ли жрет? Ты что, вживую? Чувак, открой ко мне дверь. А? Кот. Да где я тебе нахрен кот-то возьму? Что ж ты делаешь? Да. Это просто какой-то пипец. Ну ладно. Вот около 33-й квартиры, наверное, здесь мы давайте закончим на этот раз. Ничего, выберемся. Всем дадим просраться. Все будет замечательно. Ну что, господа, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, нажимайте на значок колокольчика на канале. Всем до встречи. Всем до следующей серии. Спасибо за внимание.